А внутри пустота. Но причину ищи не в другом. Что ты скажешь мне, Боже, и где я нашел бы совета? Так бывает в пути, что идешь и не слышишь ответа, понимая, что Бог и другие совсем ни при чем. Молчаливый октябрь молчаливо со мной говорит. Ни пророчеств не будет, ни снов, ни больших откровений. Нужно просто идти и идти по дороге спасения, понимая, что Бог видит все, но порою молчит. Доверяясь Ему, все, что в сердце, слагаю пред Ним. Мой Господь, мне не все на дороге понятно и ясно. Только Слово Твое говорит мне и чисто, и властно, что по этой земле прохожу я, Тобою храним. Ты проводишь меня, и достаточно верить в пути. Отчего ж разум мой все желает познать и проверить, не умея по-детски без вымыслов искренно верить, истиною вставая и к Богу мешая идти. Разве разум поймет, как Господь сквозь огонь проведет? Разве разум поймет, как уходит вода Иордана? Или как на Голгофе однажды пробитые раны исцеляют меня? Разве разум все это поймет? Разве плоть может вникнуть, а я только жалкая плоть, что порой не умеет Господнего голоса слушать? Надо мною Господь, что явился спасти мою душу. Разум так непокорен, но все ж надо мною Господь. Разум так непокорен, Бог может его исцелить. Помоги не спешить, но увидеть пронзенные руки и отдаться тому, кто за нас претерпел эти муки и кто силен спасти, довести, исцелить, сохранить. Значит, ты не молчишь, просто разум сегодня закрыт. О, прости меня, Боже, за это плотское мышление. О, прости меня, Боже, за это плотское хождение. Пусть охрана Твоя от болезни мой разум хранит. Аминь.